Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, значит, только информационный характер. Сегодняшнее видео по такому крану неплохому, по сбору BitTorrent. Я делала видео, значит, все замечательно, друзья, кран платит. У меня выведено уже, ну, как бы здесь показано 102 монеты, но на кошельке у меня 50 монеток. Это только у меня, как бы так, так как сейчас объясню, почему. Вот кошелечек. И вот BTT BitTorrent 50 монет. Вот я нажимаю на него, и вот 50 монеток мои прибыли. Почему у меня 50 монет, а выведено 102. Дело в том, что когда я первый раз вывела, мне монетки не пришли. Я написала в службу поддержки. Если у вас будут вопросы, вот адрес, можно написать в службу поддержки. Все замечательно. Поддержка отвечает. На что они мне ответили, что чтобы монетки поступили на кошелек, должно быть 0.1 TRX на балансе кошелька. Значит, я прикупила вот этих монет TRX. Как бы, но у меня не получилось 0.1 монета. Я прикупила по минимуму. Ну, везде установлен свой лимит. Как в обменнике, так на бирже. Вот я по минимуму 50 монет у меня вышло. Она дешевая. И вот как бы я вот прикупила монеты. После чего я сделала еще вывод. И вот уже на ночь я выводилась. Сейчас открываю кошелек. Монетки прибыли. Все замечательно. Кран платит. Так, ну я уже краткое видео делала по этому крану. Значит, что, друзья, я здесь вот на кране и просматриваю ПТС. У меня ПТСки уже просмотрены. Просматриваются они раз в 24 часа. В шорт-линк, в короткие ссылки, друзья, я не лезу. Здесь еще есть у нас поинты или токены. Значит, и здесь минимум на обмен 20 тысяч. Я ничего не меняла. Хотела все это продемонстрировать на видео. Значит, смотрите, у меня 244 тысячи вот этих токенов, как бы, да, и я их хочу сейчас обменять на монетку. Это будет у меня, должно получиться 0.20244 тысячи. Нажимаю конверт, все уже по умолчанию стоит, и все у меня как бы обнулилась, и вот сюда у меня перешли монетки. И, естественно, на основной баланс для вывода. Далее что, друзья, хочу поделиться с вами еще двумя кранами. Это Tron и Dogecoin. Они аналогичны, как Torrents, вот этот одинаковый BitTorrent. Только здесь вывод у нас идет, друзья, на Faucet Hub. Значит, также идем в сеттинг, прописываем. Так, секундочку. Реклама, куда же у нас без нее? Также идем в сеттинг. Мы прописываем кошелек, привязанный к Faucet Hub. Здесь вывод на Faucet Hub. Также мы на кране собираем монетку. Раз в 2 минуты у нас идет. И шортлинк, как я сказала, я не лезу. Я только ПТСки собираю. И на кране. Значит, также разгадываем капчу. Нажимаем на синюю вкладочку. Сейчас страничка перезагрузится. Все, вот это количество монеток мне зачислено как бы на баланс. Так. Далее, что еще? Вот ПТСки здесь есть. И мы просматриваем ПТСки. Значит, визит. Сейчас страничка загрузится. Также раз в 24 часа я просматриваю вот эту рекламку. Капчи нет, ничего. Все простенько. Вот загружается шкала.
Сейчас появится вкладочка синяя. Нажимаем на нее. И все, нам зачет как бы. Монетка, вот визит этот. Уже я не могу просмотреть теперь уже вот эту рекламку. Я просмотрю только завтра. И вот здесь 4 рекламки. Так, значит, реферальная ссылочка у нас. Вот здесь реферал находится, вот она. Далее Exchange, тут тоже нам дают токены. Вот у меня 56 тысяч. Здесь как бы 2 от 20 тысяч монет вот этих токенов. Также я замечаю, так, у меня 0.11. Так, я нажимаю конверт. Сейчас они у меня как бы... И вот они сюда перешли. И на основной баланс. Минимум на вывод, друзья. Нажимаем. Вот когда будем выводить, нажимаем вот на эту синюю вкладочку. Где наш основной баланс на вывод. И здесь уже нажимаем Виндраф. И когда будет минимум монет вот этих 3x, я поставлю на вывод. Здесь так 0.5 трона 3x на Faucet Hub. Все это делается быстро. Набирается минималка. И также я хочу вам показать Доги. Такой же сам экран. Вот. Так, значит, здесь точно так же. Идем в сеттинг. И прописываем свой Доги кошелек, привязанный к Faucet Hub. Здесь тоже вывод идет на Faucet Hub. Значит, вот сюда нажимаем, прописываем кошелек. Так. Вставить. Нажимаем Сава на синюю вкладочку. И все. Зелененьким загорелось. Кошелек у меня привязан. Также мы здесь кран раз в 2 минутки. Вот у меня уже один док. 1.10. Также мы здесь разгадываем капчу. Так, давай быстрее грузить. Все это легко и просто. И минималка набирается также очень быстро. Опять на синюю вкладочку. Так, и ПТС-ки. Вот мне количество засчитало. Все сразу на баланс. И здесь уже по чуть-чуть побольше. Как бы также нажимаем. Перебрасывать на страничку. Сейчас загрузится. Все это делается быстро. И вывод здесь, по-моему, от 5 догов. И также просматриваю раз в 24 часа. На синюю вкладочку нажимаем. Все, вот мне идет зачет. Вот, засчитались и все на баланс. Так, здесь можно закрыть. В короткие ссылки я, как говорила, не лезу. Вот ПТС-ку я вам показала. Кран показала. Рефералы. Здесь партнерская ссылочка. Вот она находится. Exchange. Также здесь мы меняем монетки. Здесь мне еще пока нечего менять. 5800. Здесь от 20 тысяч. Все это делается быстро. Вот такие. Такие 3 крана. Кому, друзья, интересно, пользуйтесь. Вот этих 2 крана Доги и Трон. Когда будет минималка, я проверю на вывод. И запишу видеообзор. Ну, а этот кран платит. Все замечательно. Только, как я уже сказала, у меня вот такая вот неувязочка вышла с этим битторрентом, что нужно 0.1 монетка. Вот, а так кран платит, все замечательно. Поддержка отвечает. Здесь есть вопросы-ответы. Все это можно прочесть. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!